Всем привет! Третий матч серии между Спартаком и СКА, завершившимся победой 5-2 петербургского клуба, произошел жуткий инцидент. Латвийский нападающий Каспарс Благовинш вышел на убойную позицию для броска, но решил обыграть вратаря СКА Игоря Шестеренкина, который клюшкой сбил соперника с ног. В итоге 30-летний Благовинш крайне неудачно ударился в борт и скорчился от боли. Он покинул лед на носилках и был экстренно госпитализирован. По информации, у латвийцев пробита легкая. Шестеренкина за это нарушение удалили до конца матча. Клубы заявили, что серьезной угрозы здоровью хоккеиста нет, ему поставлен диагноз перелом ребра слева и гемопневмотор.